В преддверии Дня матери, который отмечают в России в последнее воскресенье ноября, молодым мамам вручили удостоверение о профессиональной переподготовке. Центр занятости населения поздравил женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с успешным окончанием курсов дистанционного обучения. Впервые образовательные курсы для молодых мам организовал Центр занятости. Перед этим специалисты изучили рынок труда и выявили наиболее востребованные профессии. Ими оказались водитель категории «Б», бухгалтер, педагог-психолог и менеджер. В начале года 38 молодых мам, находящихся в декретном отпуске, направили на профессиональное обучение, в том числе дистанционное. Сегодня 26 женщин получили удостоверение о профессиональной подготовке на базе Байкальского государственного университета экономики и права, Института профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности. Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, не может повысить свою квалификацию или пройти переподготовку в силу ряда причин. Ну, например, ребенка не всем есть с кем оставить, да, покинуть дом банально для того, чтобы прийти на обучение.